Наступил вечер. Мы посидели хорошо. Теперь бы вроде как надо бы и домик свой поставить. Ну, Данил с Димой решили сами поставить палаточку. А я попытаюсь это все заснять. Достали ее из чехла. Ну, посмотрим, как все это делается, посмотрим. Будет дождь. Ну, может быть, не сегодня, может, завтра, может быть, через неделю. Чтобы не заклинивали дом, так, а вообще палатку против дождя ставит или как? Против снега. Против снега. Что этот Матвей делает? Чипсики он тут тягает. Ах ты, Матвей. Чипсики тебе папка разрешил? Есть еще резерв. О! Собака еще появилась. Бетки нет на эту собаку. Сейчас бы она ее как грелку порвала, может быть. Собака какая-то появилась. Но еще тявкает. Гуляла такая. Опа! Что-то жареным запахло. Ну-ка такая. Опа, а тут люди все. Наверное, он тяхнет, по-моему. Лапа не вся уже была. О, на шашлык. У нее упитанность слабая. Да? Опаньки. Ну иди сюда, иди ко мне. Ой, ты маленькая. Иди сюда, иди ко мне. Ко мне. Ко мне. Ну иди сюда, иди ко мне. Ко мне, вот ты какая собачка. Чавкает она. Сколько звук от тебя?
Ну пока не состоит, я маленько могу и покурить. Снимаю, как рождается палатка. Вроде нет домика, сейчас будет домик стоять. Да, как появляется до свет палатка. Наше жилье. Я не обойдем. Так, что ни говори, это наше спальное место. Просто придерживаю, чтобы оно не разделялось. Матвей включился.